Первые три дня в Таиланде мы посвятили тренировкам по фридайвингу под руководством Константина Белоусова. Тренировку начинали с разминки, при этом хорошо разминая все части тела. На ленке обязательно, чтобы перестали хрустеть, да, вот это, да. Утро они вот медленно хрустят. У меня они ложатся. Колени нам понадобятся, колени грузятся хорошо при работе вас. Потому что нам передавать усилия надо, особенно если вы стараетесь не гнуть ногу, то колено передает все усилия на лапу. После разминки шли на мелководье, на глубины до 3 метров. Здесь выполняли упражнения на задержку дыхания. Интересным оказалось упражнение задержки дыхания при полном выдохе. Сделав полный вдох, а затем полный выдох, нужно было сесть пятой точкой на грунт и в таком положении находиться как можно дольше. Вижу, опыт есть определенные дыряния. Выполнив упражнение на мелководье, переплывали к острову. При этом плыть нужно было, чередуя 15 метров под водой, 15 по поверхности. Переплывая, я встретил странных животных. Как потом оказалось, местные подводные охотники называют их каракатицами, а тайцы считают большим деликатесом. Подойдя к острову и передохнув, мы продолжили. Константин нам показал очень сильное упражнение на ноги. Делая махи прямыми ногами, при этом грудь должна быть выше поверхности воды. Как оказалось, это совсем нелегко. We'll be right back.
Тренер показывает, что я засиделся и пора подниматься. А при всплытии ноги в коленях не сгибать. В второй половине третьего дня тренировок мы на мелководье пристреливали свои ружья. Стреляли с дистанции 3 метров по маленькой мишени, и это упражнение оказалось очень полезным. Только так я заметил, что мой гарпун летит выше прицеливаемой точки. Пошли на совещание. Вот и прошли 3 дня интенсивных тренировок. Подвели итоги, разобрали ошибки и утвердили план мероприятия на следующие дни. Ну все, пошлите на берег.